Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В Екатеринбурге скончался крупный предприниматель, входивший в ближний круг бывшего свердловского вора, в законе Андрея Трофимова по кличке Трофа. Об этом сообщил инсайдер в городской бизнес-среде. Похороны коммерсанта прошли днем 29 апреля. Это был человек, известный в узких кругах авторитетных бизнесменов. Занимался автомобильным и строительным бизнесом. В 90-х годах и позже его знали многие коммерсанты, связанные с серым бизнесом. Был в дружеских отношениях с Трофимовым, поделился собеседник агентства. Предпринимателя похоронили на Широкореченском кладбище. Источник допустил, что на церемонии мог лично присутствовать Трофа. Отпевали покойного в Иоаннопритеченском кафедральном соборе. В церкви подтвердили, что проводили службу по бизнесмену. Уроженец Екатеринбурга Андрей Трофимов получил воровской титул в 1992 году, когда отбывал наказание в колонии Нижнего Тагила. В середине 2000-х годов Трофа был раскоронован московскими ворами в законе, однако сам он и другие свердловские авторитеты не признали это решение. Его люди имеют влияние на свердловские зоны и занимаются вымогательством денег у предпринимателей. В декабре 2020 года стало известно, что Трофа сбежал из России в Таиланд,